называется это место-то? Куда подъехали-то? Брузги. Да нет, это переход, пограничный переход в Польшу. А то в Польшу как раз пограничный переход пришли, но сказали, что рановато мы приехали. Сегодня 9 июня, а завтра 10 переход. В 24:00 надо. Ну вот мы тут остановились. Пошел дождь. Своя газовая горелка. Грелка-то. Ну вот сделали суп. Ребята купили мойву какую-то. Вяленая или какая там в пакетах. Ее переварили мы вторично, получается, теперь. Ну вот решили, есть тут огромный камень такой. А так конец Беларуси, дальше Польша. Мы молимся об этом, чтобы у нас все было благополучно. Все. Давай еще садись. Вот так братья развлекаются, собачки. Вот он, чемпион Сибири. Ураган наш. Игра. У меня спина, ноги, все отвалится. Я не даю заняться. Ну, все. Он запал, ну...